Московская соборная мечеть опять видоизменилась. Вот. Главный купол мечели покрыли, видимо, медными пластинами. Вот, и освободили его от этих лесов, от сеток. Вот он сейчас как выглядит симпатично, но, видимо, он долго так выглядеть не будет. Его или покроют чем-нибудь эти пластины, или медь, она сама окислится. В общем, вида такого больше не будет. А вот штырь для установки полумесяца главного. Вот сейчас снимаем такие эксклюзивные кадры по куполу Московской соборной мечети. Сегодня 11 июля 2014 года. Судя по звукам, работа там кипит. Поближе подошел. Тут комплекс снимем. Вот. Ну вот, минареты, они тоже были такой медью покрыты. Вот, ну вот эта медь, она сначала была желтая, сейчас вот она окислилась, и вот так вот и потемнела. Вот, а была она вот такая же. Вот на крыше вот этого, вот этой пристройки работа ведется какая-то. Там тоже звенят активно, что-то перебрасывают. Так, а вот та вот надпись, вот я вот ее отсюда сейчас приближу. Вот, может быть, кто-нибудь из тех, кто мое видео это посмотрит, прочитает и внизу напишет перевод, что там написано. Вот, ну, я не знаю, что написано. Пока еще арабский не изучил. Может, изучу. Как говорят, дай Бог. И, или еще, как говорят, иншаллах, на все воля Аллаха. Если мне в этом Аллах поможет, тогда изучу.